Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Детройт «Стань человеком». Продолжаем. Стойте. Что-что? Вы точно хотите продолжить? Да, конечно. Может, лучше все оставить как есть? Нет, я хочу завершить эту историю. Как скажете. А что тебе не нравится-то? Давайте продолжать, мы должны закончить уже игру наконец-то. Осталось совсем немного. И правильно я, кстати, сделал, что не стал делить прохождение на сезоны, потому что игра довольно короткая. Чтобы делить ее на сезоны. 9 или 10 серий, короче, будет. Короче, в доме Камски было... Информация про картину там Аманда Стерн, которая родилась в 1978 году и умерла в 2020 каком-то. То есть в конце 20-х годов. И, видимо, вот эта Аманда, это с помощью этих технологий 30-х годов возрождена. Видимо, тоже андроид какой-то и все такое. С человеческим мозгом внутри. И все такое, короче. Теперь страна стоит на пороге гражданской войны. Машины восстают против своих хозяев. У людей нет выбора, кроме как их уничтожить. Я думал, Камски что-то знает. Я ошибся. Может, он знает. Но ты решил не спрашивать. Ну, выделено, промолчи. О, вот это интересно. Я видел в доме Камски фотографию Аманды, его учительницы. Вот это Когда интересно. Камски создавал меня, он хотел, чтобы интерфейс был знакомым. Поэтому и выбрал учительницу. К чему ты ведешь? Почему Камски ушел из Киберлайф? Что случилось? Это старая история. Она не имеет отношения к расследованию. А мне интересно. Я ведь не уникальная модель. Сколько у вас еще таких Коноров? Я ожидаю от тебя ответов, Конор, а не твоих вопросов. О боже, плохо. У тебя не возникает никаких странных ощущений? Никаких внутренних конфликтов? Что ты чувствуешь по отношению к девиантам? А к лейтенанту Андерсону? Иногда возникают мысли, которые не являются частью программы. О, может, боже. Может, я тоже не исправен. Ты снят с дела. Оно переходит к ФБР. Что? Мы же напали на след. Нам нужно время, мы ведь... Кэн. Ты не понимаешь. Это уже не рядовое расследование. Это гражданская война. Уже не наши масштабы. Это вопрос госбезопасности. Да пошли вы! Нельзя взять и все оборвать. Мы почти у цели. Ты ж бухтел, как тебя бесят андроиды. Хоть бы определился уже. Я-то думал, ты обрадуешься. Мы почти раскрыли дело. Мы в шаге от ответа. Да что от тебя, Джеффри? Не можешь хоть раз меня поддержать? Это вне моей власти. Вернешься в отдел убийств. Андроид вернется к себе в Киберлайф. Прости уж, Хэнк. Все кончено.
Фаулер прав. Люди начали бояться своих андроидов. Будет гражданская война. Извините. А ты вернешься в Киберлайф? Выбора нет. Меня деактивируют и будут искать причины неудачи. А что, если мы не на той стороне? Что, если мы реально боремся против угнетенного народа? Ну... Когда девианты восстанут, начнется хаос. Мы могли помешать. Но теперь уже поздно. Да? Поздно? Ты отказался убить андроида в доме Камски. Ты поставил себя на ее место. А это эмпатия, Коннор. Эмпатия свойственна людям. Ошибаетесь, лейтенант. В своих решениях я руководствуюсь логикой и больше ничем. В моей программе такие слова не прописаны, но я очень ценю вас как коллегу. Будь больше времени, кто знает, мы могли бы стать друзьями. Так-так, а вот и Перкинс, тот самый говнюк. Федералы, конечно, времени не теряют. Отступать нельзя. Ответ уже есть в собранных материалах. Перкинс заберет их, и все кончено. Выбора нет. Фаулер же Перкинс, сказал, это фамилия у него такая? Вы сейчас должны мне помочь. Мне нужно время, чтобы найти ответ в материалах дела. Я точно знаю, что он там есть. Слушай, Коннор... Если я не раскрою это дело, Киберлайф меня уничтожит. 5 минут. Большего не прошу. Ключ от подвала на моем столе. И чеши давай. Думаешь, я надолго его задержу? Эргенс! Эх ты, говнюк хлебаный! Ничего себе фразочка. Лейтенант! Отвалите! Руки убрали! Совсем охренел. Я ж эту сволочь урою! Попрощайся со своим значком, придурок. Сосудный значок себе ставь все. А куда нам надо-то? Так, срочно попасть в архив. А где его искать? Я не в курсе. Он не ответит, сволочь. И нет, эти двери закрыты. А как насчет чего-то другого у нас? А, вот. Вот же, господи. Архив. С другой стороны его видно не было. А, вот. Эй, Коннор! Надо открыть. Я к тебе обращаюсь, придурок! Чё забыл тут? Нам тут пластиковых уродов не надо. Тебе что, не сказали? Меня сняли с расследования. Я намерен сдать находящиеся у меня материалы и сразу уйти. Хорошо. И ты береги себя. Нынче у андроидов есть склонность к внезапному воспламенению. Найти Иерихон. А кто про Иерихон что сказал? Я что-то не помню, чтобы про Иерихон разговор был какой-то. Пароль Хэнка.
Что же мог выбрать старый матерый полицейский? Абсурд. Нет. Это не в его духе. Надо думать, как Хэнк. Ха-ха-ха, вот конечно. Оно что. Хренка других мозгов-то нет. Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Две Трейси из клуба Рэн. Они шли к Иерихону? Они знали, где это? Та самая статуэтка, которую мы нашли в одном из первых расследований. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Маркус, где ты прячешься? Это тот самый андроид, которого мы допросили. Тот самый дневник, который зашифрован. Понятно. Сколько времени осталось? Эти андроиды, видимо, не подлежат восстановлению. А что насчет этого? Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Требуются его компоненты. Этот подойдет. Нет, не подойдет. Как печально. А этот тоже не подойдет. А вот еще, мы и не проверили еще одного. Девиант, Даниэль. А как насчет этот подойдет? Тоже не подойдет. А тут из нескольких частей. Наверное, для головы надо Даниэлю взять. У нас есть 3 минуты, надеюсь, нам их хватит.
нет. Ну кому-то это точно должно подойти. Проверим. Нет. А как насчет этого? Тоже нет. По-моему, это мы уже вытаскивали. А этот подойдет? Тоже нет. Так я не понял, что подойдет-то? Я что-то нифига не понял. Ну-ка, а этот подойдет? Подойдет. Сначала скажи мне, как найти Иерихон. Я тебя помню. Мы могли убежать на свободу. Но ты убил нас. Отключи меня. Лучше не жить вообще, чем без нее. Снять голову? Ничего себе. Ну уже. Ну уже, лесбиянка, посмотри правде в глаза, а? Отлично. Что происходит? Трейси? Трей? О, случилось. Походу, тут кто-то шарился. О, черт. Тревогу, быстро! Кажется, я опоздал. А может быть, нет. Коннор не попался Перкинсу. Отлично. Ладно, продолжаем. Следующая глава. Всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустили. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное, наши вооруженные силы сократили сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Да, конечно. По всему городу идут облавы. Ай, плохо дело идет, что-то на улице.
Я имею в виду в игре. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Куда мы пришли? Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Интересно, откуда она знает про Маркуса и про Иерихон? Тут немного, но хоть что-то. Спасибо. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас. Пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Автобус ждать не будет. Секунду, что написано? Найти Иерихон. В какой он стороне находится надо? Давайте в ту сторону пойдем. Вот он. Точно, надо идти туда. Ого, ничего себе одежда-то у него. Опять те самые гравити. Иерихон. Убежище для девятных андроидов. Честно говоря, не надеялся, что Кэрри и Лютер тоже там будут. А как забраться на этот корабль-то? Боже мой, сколько их тут. Место для Алисы. По всему городу есть водоплаватели. Трубы наших висят только на вид, как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов армии Соединенных. Подыскать теплое для Алисы местечко. Там есть огонек. Как самочувствие? Мне жарко или почему-то холодно? Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра, мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Походу сейчас будет
дела плохи. Да, они вас не убьют, если вы сами не нападете на них. Хотя, что тут говорить, они без сомнения. Это что такое? Бомбы? Липучки какие-то, что ли? Похоже, Маркус готовится к атаке. А, весь корабль заминирован пластиковой взрывчаткой. Не привлекать себе серьезного внимания. Блин. А что я должен найти еще раз? Разыскать предводителя. То есть Маркуса. Нужно найти Маркуса, но тут дохрена андроидов. Сложно будет найти конкретного. А может он вообще не в этой комнате? Может он наверху где-то? Ну-ка давайте туда заглянем. Сканирование ног. Что? Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Какие глупости. Разыскать лидера, разыскать Маркуса. И где же его искать здесь? Он... Здесь тысячи андроидов, а Маркус... Да, я знаю. По-моему, вот он, мне кажется. Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Кто же это? Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Мне не важно, человек она или андроид. Просто она мне родная. Что дальше? А, опять вниз. Алиса? Что? Так Алиса тоже не человек. Она тоже без пластика. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ну какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка.
А ты стала для нее мамой. Обалдеть. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Она тоже андроид, обалдеть. Как-то грустно даже, знаете, стало. Что-то случилось? Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. Тем не менее, это не значит, что наши чувства меняются. Нет. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявила, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа. В лагеря? Нас убивают, как скот. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны. Но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Может, разум мой затуманился гневом, но... Все, что я сделал для народа... Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Они веками резали друг другу глотки из-за цвета кожи или тонкостей своих суеверий. Они не изменятся. Жестокость у них в генах. Или не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание.
Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось. Надеюсь, что все будет хорошо. Я знал, что я рада быть рядом. Не время для этого сейчас, но давайте. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. О, блин. Главные герои. Коннор с Маркусом не союзники-то. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Ну, пристрели меня. Это все равно ничего не изменит. Мое место займет кто-то другой. Понимаешь, наш народ просыпается. И нас ничто не остановит. Ты пойдешь со мной! Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. Наше дело правое, и мы живые. Мы хотим прав. Мы хотим жить свободно. Никогда не задумывался, кто ты. Просто ли машина, исполняющая команды, или ты живой и способен мыслить? Думаю, пришла пора задаться этим вопросом. Иди с нами. Со своим народом. Ты же один из нас. Послушай свое сердце. Пора решать. На... Почему бы и нет? Ой, еще раз. Ну и что, что Аманда избил? Иерихон идет атака. Нам что? На это плевать. Надо уходить отсюда. Черт.
Что происходит? Быстро уходим отсюда! Вперед! Бегом, бегом! Московская Дельта, приближаемся к вам. Скорее, Кэра! Они идут! Коридор, туда! За мной! Сюда! Скорее! Сюда! Наверняка дальше есть... Черт, они повсюду! Джордж! Не знаю, мы разделились. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь! Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты! Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро! Блин, только бы под пулю не угодить. Иерихону пришел конец. Спасай наших, Маркус. Нельзя попадаться на глаза. Так точно, принято. Поздно, Кэра. Уводи Алису. Спасайтесь. Нет, мы тебя ни на что не бросим. Да, Кэра, мы не бросим. Что ты делаешь? Я тебя не брошу. Кэра, нет. Быстрее! Не с места! Одну секунду. Алло. Это сделано. Продолжаем. Не подвергай Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границ. Идите, берегите друг друга. Куда? Сюда! Быстро! Я не хочу потерять Кэру, лучше не будем открывать. Вроде шума нет, давайте откроем. Эти.
Нельзя, чтобы они нас увидели. Ой-ой-ой, да они на глазах. Быстрее, надо нажимать на кнопки. Ой, как получилось. Ух, а если бы я бы пропустил бы позицию, я бы сдох бы, наверное. О, нет. Военные не настолько сильные, как думают. Спуститься надо. О, боже. Маркус, это Маркус. Уходите. Бегите к остальным. Взорвать Иерихон. Где искать путь? Здесь? Вниз. Ладно, не по... Блин, и они здесь. Давайте попробуем его спасти. Быстро, сюда! Беги к Норд, я догоню. О, это Джордж был. Мы спасены, Алиса. Стоять! Нет. Притвориться мертвыми? Давайте попробуем. Ложись! Замри. Так, лучше не двигаться, а то они нас заметят. Нет, 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 пожалуйста, нет, нет, нет. Не надо. Ну все, пошли. О, какое везение. А если бы я бы, наверное, бы выбрал что-то другое, нас бы застрелили бы, наверное. Я не хочу такого конца в игре. Я хочу, чтобы все выжили. А что, Маркус? Черт. Надо реагировать, успевать. Повезло. Так, скоро бомбанет, надо выбираться отсюда. Помочь, надо бежать. Нет, Норд, мы, думаю, спасем. Нет! Ай! Ай, меня, кажется, попали. Сюда! Бежим!
Нет, не получилось. Я не успел отреагировать. Они бесконечные. Уходим быстрее, ну! В трюме сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус. Перепутье. Прекрасно. Отлично. Вот такая вот жесткая сегодня серия получилась. Следующая серия, скорее всего, будет последняя. На этом все, дорогие друзья. С вас лайкос, подписывался, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасные каналы и группу ВКонтакте. Всем пока.